Здравствуйте всем, привет всем. Сегодня я решила сделать беляши. Взяла тесто. Вот подготовила тесто уже. Я его готовлю в пакетах. Так, сейчас вот взяла мяско, фаршу. Килограммчик фаршу взяла. Сейчас луку нарежем. Сучку. Почистим лук, нарежем его меленько, фарш, подготовим фарш. Режем. Фарш надо побольше лука. Побольше фаршев. Котлеты. В этих, как их называют? Беляши. Домашние беляши должны быть вкусными. Чувствуются домашними. Вот так. Батя любит беляши. Чок. Поперчим, посолим. Сейчас скажем бате, чтоб выключил, потише сделал телевизор. Так, поперчим, посолили. Сейчас поперчим его. Так, сейчас вымесим, добавим жидкости. Сочным был. Вот такой фаршик у нас. Лучок. Так. Прям многовато, наверное, капнула водички. Ну, так отлично. Очень интересно. Такой сочный фарш будет. Теперь мы помоем руки. Теперь что мы сделаем? У меня еще тут есть. Сардель, шпикачки есть. Там любится шпикачками. Вот. Я шпикачки, но не знаю какого качества они. Но вот ему сделаем со шпикачками. Там я всегда беру хорошие, их сегодня не было. Но не знаю, вот эти какие хорошие, нехорошие. Так.
их не было. До четверга сказали, не будет. Пришлось брать такие. Вот что. Кашеватые. Дорогие, но какие-то не такие. Нет, не такие, конечно, шпикачки, как я бы хотела. Они чувствуются сразу. Мягковатые. За 300 с лишним рублей мягковатые какие-то. Ладно. Я ему маленько делаю. Мягковатые, видите, они даже чувствуются. Не знаю, делать или не делать ему из них. Будет он их есть, не будет. Ладно, спрошу. Не будет выброшен. Так. Теперь будем мы делать тесто. Готовим сковородочку. Нальем в нее маслица. Бока включать не будем. Маленько поделаем беляшей. И тогда включим. Thank you.
Сейчас подстерпаем беляшика. Такие вот будут у нас беляшики. Такие беляшики. Всем пока, ребята. Как только сделаю, я вам еще покажу.